Севастополь с рабочим визитом посетил заместитель министра культуры России Александр Журавский. Сегодня утром он встретился с губернатором города. С Дмитрием Овсянниковым обсудил поручение президента о создании историко-археологического парка на базе заповедника Херсонес-Таврический. Речь шла о реализации первого этапа работ. В него входит реставрация объектов культуры, установка подсветки туристических маршрутов и интерактивных стендов. Вторым этапом станет строительство объектов на территории 8 гектаров. Это легко возводимые будут конструкции, которые не будут нарушать археологических возможностей и потенциальных назначений. Конечно, они будут историко-просветительские. Плюс демонстрация того археологического наследия, которое уже сейчас существует. Я напомню, что в конце прошлого года земельные участки Министерства обороны передало городу. Мы сейчас находимся в стадии окончательного приема и оформления. И вот на этих земельных участках будет проектироваться работы второго этапа. Поэтому мы четко представляем, куда мы движемся по этапам вместе с Министерством культуры Российской Федерации. Отметим, правительство уже начало работы по благоустройству территории возле будущего центра. По словам Дмитрия Овсянникова, на сегодня отремонтировали дороги по улицам Надежды Островской и Героев-Подводников. В этом году специалисты завершат ремонт двух дорожных развязок и парковочной стоянки.